Об этом мечтает чуть ли не каждая девочка – стать обладательницей короны конкурса красоты и талантов. Альбина Хабирова в этом направлении сделала первые шаги. Она – участница смотра «Мисс Покачи». Девушка – врач в городской больнице. А на сцене предстанет в ином образе – певицы и исполнительницы танца. Танцую я тоже впервые и пою на сцене я тоже впервые. Вообще для меня этот конкурс, он вот полностью впервые, все так ново. Неизведанно. Сегодня, признается Альбина, страха нет, но его отсутствие на сцене она не гарантирует. Ей предстоит соперничать с 4 представительницами прекрасного пола из Покачей, не менее талантливыми. И чтобы удивить жюри и зрителей смотра, Альбина Хабирова каждую свободную минуту тратит на подготовку. Я пришла на конкурс для того, чтобы получить удовольствие от процесса. Конечно, результат тоже важен, я бы хотела получить главный титул «Мисс Покачи», но больше всего мне нравится именно этот момент, когда мы готовимся, когда в голове много идей, которые можно разбирать, можно применять. Без фантазии и изобретательности на конкурсе действительно не обойтись. Так, один из 4 претендентов на звание «Мистер Покачи» Евгений Будку старается использовать все свои способности. Ему, как, впрочем, и остальным участникам, нужно преодолеть 5 испытаний. Сделать визитную карточку, показать себя в хореографическом и творческом номере «Минута славы», продемонстрировать спортивные навыки и традиционное дефиле, срежиссировать выступление по помогают работники учреждений культуры, сохраняя при этом индивидуальность каждого конкурсанта. Показать то, что я умею. А первое место или какое-то место, это уже не столь важно, просто для души. Я занимаюсь этим для души. Работаю я в пожарной охране, нам там не до шуток, а вот у меня лежит на душе юмор, шутки, и я хочу принять участие. И все же свою профессиональную деятельность Евгений Будкус и Альбина Хабирова постараются отразить на сцене. Но выполнить это как можно оригинальнее и интереснее для зрителя. Справятся ли они с этой задачей, жители города узнают уже 2 июня. В 18:00 в актовом зале ДК «Октябрь» состоится долгожданное событие. Выступление и коронация мисс и мистера Покачи 2017. Ксения Абрамова, Рустам Салтукиев, специально для новостей.